Приветствую всех, вы снова на моем канале. Сегодня краткий обзор матча между Миланом и Аталантой в рамках 37-го тура чемпионата Италии по футболу. Сезон 2021-2022. Подписывайтесь и ставьте лайки. Каналу очень нужна ваша поддержка. Первый тайм получился малоинтересным и искудным на события. Соперники играли достаточно осторожно, не форсируя события. Моментов практически не было. Возможно, на команды сильно давлел результат. Скучная половина завершилась абсолютно логичными нулями. Публике оставалось надеяться на то, что необходимость результата расшевелит команды во второй части матча. После перерыва игра и вправду пошла по динамичней. Тренеры подогревали ее заменами. Однако гол Милана на 56-й минуте в исполнении Лиао, лично на мой взгляд, не был логичен по ходу событий. Плюс ко всему атака хозяев поля началась, возможно, с нарушений правил против игроков Аталанты. Но судья гол засчитал и Росанери повели в счете. После этого игра была равная, а таланта старалась в атакующих действиях. И второй гол миланской дружины в общем-то тоже стал не результатом игрового преимущества, а состоялся только благодаря индивидуальному мастерству Тео Эрнандеса. Случилось это на 75-й минуте, и по происходящему на поле второй мяч был окончательным приговором для гостей в этом противостоянии. Больше, кроме замен до конца матча, на поле ничего примечательного не случилось. Попытки Аталанты забить не увенчались успехом. Встреча завершилась победой Милана со счетом 2-0. Этот скучный матч я с трудом досмотрел до конца, чтобы сделать обзор. Мне кажется, игра получилась абсолютно равной, что подтверждается и статистикой этого противостояния. Возможно, справедливым исходом была бы все-таки ничья. Но для команды Пиоли этот матч мог стать чемпионским. Но не стал. Все решится в последнем туре.